Спасибо.
туда, да? Куда? За Ватсон. В смысле пошли? Батька писал, что дают. Дают? Да. А, дают, а мне сказали, что нет. И все побежали, да, сразу.
Ваше Высокопреосвященство, Пречистые отцы, братья и сестры, сегодня плана торжеств по случаю 30-летия Барнаульской епархии мы собрались на конференцию или, как здесь написано, духовно-патриотический проект «Радуйся». Научно-практический семинар «Сибирское казачество на Алтае. Истоки культурной традиции». Казачество на Алтае, как и в Сибири, да и во всей нашей великой стране, прошло долгий путь и славный путь. Участвовал во всех важнейших событиях государства российского. И, конечно, не с самого начала. Вы все знаете, что история нашего государства имеет уже более 1000 лет. Казачество же именуется по самому старейшему войску, войску Донскому, со времен где-то чуть-чуть раньше Ивана Грозного. Да, даты, конечно, эти условные, поскольку я уверен, что на меня здесь присутствующие казачьи лидеры Барнаула и Алтая скажут, что казаки существовали всегда. Я вам хочу сказать больше. Произведено было археологическое, историческое, агеографическое и христианское православное исследование, научное, и доказано, что покровителем казаков и первым богоугодным предводителем казачества был благоразумный разбойник. Вот так. Которым сам Господь сказал, сегодня будешь со мной воевать. Конечно, такое вот историческое заключение подвергли всякой абстракции, или как это правильно, обструкции. Вот. И оно действительно не закрепилось. Но мы-то должны знать свои корни. Поэтому казачество здесь, на Сибири, оно, конечно, духовно и кровно связано с донским казачеством. Все мы чтим, помним и обращаем свой взор в историю, связанную с поколением Сибири отрядом Ермака. Конечно, Ермак не прошел до Алтая, он остался там, в пределах нынешнего Урала, вот, на Иртыша, а Иртыш, говорит, как раз уже и до Омской области простирается, вот, вроде из Омска. Вот, но есть тоже сомнительно установленное место гибели Ермака, Екатеринбургской митрополии мы собирались вместе с братьями, казаками сибирского, даже, может быть, меньше сибирского, а оренбургского и уральского казачества. Так вот, значит, до Омска как-то у нас не доходило. А потом раз я попал дальше, чем нужно. И вот здесь сибирские казаки, здесь есть видные его представители, белозерцы. Один из первых атаманов сибирского казачьего, возрожденный. Первый? Кажется, здесь, как говорится, нет у нас никакой возможности солгать, схалтурить и отдать действительно долг казачеству, особенно сибирскому, на землях, которые мы теперь именуем Алтайским краем, город Алтайской республикой. И они неразрывно связаны с Томском, Новокузнецком. И наша казачья слава уже здесь, на Алтайской земле, имеет уже лет 300, да? 400.
Так что самые первоначальные, тяжелые годы освоения и присоединения этих земель к Российской империи, к русской земле, проходили 4 века назад. За это время в российском государстве претерпело различные трансформации, и вот теперь, по милости Божией, снова мы стоим, у основного такого задания истории возродить, удержать память, показать, что и былую славу его поставить на службу Отечеству. Я хотел бы вас всех поприветствовать, особенно владыку Дионисия, который предпринял такой трудный путь длиной почти 1000 километров и прибыл сегодня к нам на празднование Рождества Пресвятой Богородицы и 30-летия Барнаульской епархии. 30-летие всего, казалось бы. Но достоверно теперь тоже по документам установлено, что Барнаульская правление существовало задолго еще до создания здесь не только епархии, но и Алтайской духовной миссии. Барнаульское духовное правление. Это значит предвестник или предначаток нынешней епархии. В соответствии с проведенными исследованиями Григорий Ипатьев установил, что оно возникло еще тогда, когда всей Сибирью управлял единственный православный архиерей, находившийся в Томске, в Тобольске. Тобольские митрополиты были наши патриархальные владыки. Так вот, еще лет за 40 до того, как появилась православная миссия на Алтае, да, уже существовало, нет, пожалуй, больше. 750. Так называемое, значит, духовное правление. И находилось оно в Барнауле. Так, город еще тогда не существовал как город. Это был хлебопроводильный завод, центр, когда, значит, производство, или как это, горнорудный завод, да? Где были православные люди, труженики и наславные горные инженеры, вот, немцы, Барнауль такой, протестант. Он был директором этого завода и похоронен был в районе нынешнего, останков завода, Петропавловского собора. Ее похоронили прямо у стены, но зато было возмущение было протестанта, похоронили его в православном храме, он был перезахоронен, да? Он там и остался, успокоился. Там похоронили родственника православного, в этом же комитете. И на этом все успокоились. Так что, видите, очень много различных волнений и различных сплетений судеб было здесь за эти прошедшие столетия, но и до сих пор здесь народ активный, с активной жизненной позицией, бурлит все время, а казачество тем более, казаки всегда отличались активностью и ввязывались, честь им сказать надо, что ввязывались не только в дела, которые их непосредственно касались, но даже туда, где, как говорится, их не просили, где они считали своим долгом обозначить свою позицию. Поэтому, значит, я думаю, сегодня докладчик, выступающий, каждый свое меру, понимание свое откроет нам что-либо из истории освоения Алтайской земли. Это же не только Алтайский край. Алтайскому краю всего 85 лет, да, или чуть больше, да, как административная единица. Но регион этот был соединен еще при царствовании Анны Иоанновны. Да. Обычно, когда говорят что-то, то соотносится исторически не глубже, чем Екатерина II. Но надо иметь в виду, что, значит, объединительные движения начались гораздо раньше. Соединительные указы, и все было тогда при ней что сделано?
эти земли открыты первопроходчиками, особенно рудные прииски всякие были взяты в ведение царского кабинета. И кабинет императорского величества распоряжался здесь всем. А казаки служили, охраняли царские, значит, учреждения и заводы, и тех, кто так или иначе собирался служить. Кто-то добровольно, но были здесь и, как всегда, на Сибири невольники, каторжане, ссыльные, беглые люди. Будет также не всегда. И среди наших потомков встречаются такие доблестные, неугомонные, которые всюду ездят, посидеть не могут. Так вот, это хорошо или неплохо? Ну, так есть. Да. Поздравляю всех вас с открытием этого семинара, как он называется. У нас семинар, да? И хотелось бы передать слово нашему гостю, великим Дионисию, для приветствия участников семинара. Благодарю за внимание. Дорогой владыка, дорогие отцы, братья-казаки, братья-семинаристы, сестры, ученые. Я имею в виду, что здесь достаточно много еще работы, и не хотел бы вас развлекать со своей стороны пространными приветствиями. С другой стороны, в очередной раз вижу, как промысел Божий действует. Казалось бы, Чуванскому митрополиту как-то он оказался на казачьем семинаре за 1000 километров от своей кафедры, все-таки приехал по другой цели, по другой цели. Но на самом деле, безусловно, связь есть, потому что в Омске находится главный храм всего сибирского казачества, в том числе и наш. Там всегда хранилось знамя атамана Бурмака Тимофеевича. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы научно его реконструировать и святыню это поставить на свое место. А Великая река Русская Обь и Великая Русская река Иртыш, они сливаются и спорят, ну, правда, не географы, вот кто ж куда впадает. Это говорит о том, что вся наша русская земля, освященная молитвами наших предков, украшенная трудами наших предков, она вся едина, где бы ты ни находился, там, где ты видишь храм православный, там, где ты слышишь исповедание православной веры, там, где ты слышишь тропа к кресту, как раньше его называли, тропа к кресту, молитва за Отечество, спаси Господи, люди твои, благослови достояние твое, победу православных христиан, противные дары, то есть храня крестом Отечества. Там и есть наше Отечество. Мы все его чада, так же чада Божие. Поэтому слава Богу, что я оказался здесь и надеюсь вниманием послушаю всех умных людей, которые сегодня будут выступать, рассказывая об истории казачества на Алтае, потому что для меня, как для омского митрополита, эта тема очень интересна и близка. Казачество в наших сибирских краях, оно настоящее, оно неряженное, оно с традициями, и дай Бог, с великим будущим, о чем мы с усердием будем молиться и помогать братьям-казакам, чтобы они свою историю помнили и веру своих предков исповедовали так же православно, как и 400 лет тому назад. Спасибо вас, Господь, а вам, дорогой владыка, особая благодарность за то, что вы меня пригласили вот в эту удивительную аудиторию по такому важному и интересному поводу. Спасибо, Господь. Ведение нашего семинара предоставляется его организатору протоиерею Георгию Фрейзеру. Ваше Высокое Преосвященство, благодарим вас за теплые слова, вас, Владыка Сергий.
проведению данного мероприятия, выставки и семинара. И, конечно же, все казачество алтайское вам очень благодарно, поскольку вы и сами в свое время были произведены в определенный казачий чин, достаточно высокий. И всегда любите общаться с казаками, и они, конечно, нам сегодня подтвердят. И позвольте предоставить слово для приветствия и оглашения доклада атаману регионального отделения в Алтайском крае, заведующему сектору традиционной казачьей культуры Алтайского государственного дома народного творчества, казачьему полковнику Белозерцеву Юрию Алексеевичу. Тема доклада «Возрождение казачества на Алтае в конце 20-го, начале 21-го века». Юрий Алексеевич, пожалуйста. Хороший приказ. Я совершенно не ожидал, что мой доклад будет первым, но я, как всегда, готов в любой час ночи. И дня. Сегодня здесь присутствует владыка Омский. И надо сказать, что Омск — это столица сибирского казачьего войска. И когда я был атаманом сибирского казачьего войска, я из Омска не вылез. И в то время владыка Феодосий, митрополит Омский и Тарский, очень много делал для возрождения казачества. И у нас сложились прекраснейшие отношения. Он знал, что я с Алтая. А сейчас я начну с того, дорогой владыка, что по высочайшему благословению митрополита Барнаульского Алтайского Сергия готовится уникальнейшая выставка священников, окормляющих сибирское казачество. Написано 36 портретов со времен Евпократа Матвеевича. Я почему перескочил эту тему? Потому что один из владык на этой портретной галерее — владыка Феодосий. Потому я прошу благословить владыка Сергий, подсфотографировать владыку Омского и передать мне фотографию, потому что этот портрет должен в этой галерее быть. Это уникальная галерея. Такой галереи нет нигде в России и за рубежом. Я думаю, что когда мы эту галерею разместим здесь, в митрополии, мы сфотографируем ее и перешлем нашему уважаемому владыке Омскому. Буду очень благодарен. Все галереи. Мы много сделали свое имя для Омска, и я должен сказать, что не Омск был первым городом, который занимался возрождением. Да, они были приближены к уникальным документам архивным, и там буквально 2-3 человека, которые имели доступ к этим документам, начинали печатные публикации. Движение началось с новосибирского казачества. Это было в 90-м году. Оговорился. Да, 90-м. И тогда мы узнали через прессу, через телевидение, что в стране зашевелилось казачество, и нам захотелось также собрать родовых казаков, потому что это столб, это крепеж всего казачества до современного дня. И несколько человек тогда в парке Юбилейном собрались для того, чтобы поговорить о дальнейшем развитии и судьбе казачьего движения. И мы решили создать казачью организацию. Первым атаманом на Алтае был Юрий Александрович Абрашкин. Очень достойный человек, офицер. И собралось там буквально 10-15 человек на первое наше заседание. И я, ваш покорный слуга, никогда не думал, что я буду атаманом. И не собирался даже быть, потому что я из среды творческой интеллигенции. А там это кадровые военные. Я так и мыслил. Что кадровые военные возглавят казачьи свою победу. Но это была глубокая ошибка. Не
моя, и не только казаков Алтая, а вообще всей страны. На первый план выступили казаки, у которых крепкая историческая память. То же самое произошло и со мной. Я из казачьей семьи. Я рос на песнях и рассказах о казачестве от моих родных, от тех, кто приезжал к моим родным в гости. И я застал еще ту ситуацию, когда делились на белых и красных. Они сидели, выпивали, закусывали, и начинались воспоминания. А практически в каждой семье были и те, и другие. Но кончалось это миром, любовью. Но разговоры эти мне запомнились. И когда я уже закончил аспирантуру, а многие историки, как великое открытие, называли какие-то фамилии и событийный ряд, оказалось, что я это все прекрасно знаю. От своих родителей, потому что папа у меня был, дядя звали тогда, с 5-го года рождения, а мама с 10-го. И потому, вы представляете, они хорошо знали события гражданской войны. Они называли то, о чем мы до сих пор не читаем. И я иногда в каких-то беседах рассказываю об этом. Потому вот подобные люди, у которых крепкая историческая память и родовые корни, были в основе возрождения казачества в стране, в том числе и в Сибири. Первое, что мы сделали, это подняли из небытия казачий ансамбль, который стал гибрид на Алтае. Править их репертуар. И первое, что мы сделали, подняли из архивных материалов все старинные казачьи песни. Все те песни, которые пели у нас в станицах, те песни, которые мы получили из сборников каких-то и так далее. Фольклор, историческая память были в основе. И мы захотели поехать в Чарыш с тем, чтобы узнать какую-то правду, потому что Чарыш – крепкая казачья станица. Когда-то там собирались построить даже училище, оплот Сибири. Помимо того, что в Омске было и училище, и кадетский корпус. Мы приехали и попросили казаков, которых знали из Чарыша, познакомить нас с самым старым казаком. Нашли такого деда, привели. Но мы ожидали от него все, что угодно, только не то, что услышали. Он вышел, сел с нами на лавочку. Мы сказали: вот, отец, мы приехали с тем, что мы на Алтае решили создать казачью организацию. И вот узнайте с первых уст вот те события, которые вот мы не знаем или еще хотим бы от вас узнать. Он говорит: сынки, если бы вернулось это время, я никогда бы не пошел в казачество. Что хорошего увидел мой отец? Одна война, пришел раненый. Вторая война, пришел раненый. Третья война, пришел раненый. И тут партизаны его убили. Кто? Переселенцы со всей России, которые приехали сюда и заглянули в казачий огород, потому что казаки жили в достатке, а они были бедны. Они были бедны, как бедные приехали сюда, в Сибирь. Ну ладно, Бог с ним. Создали мы организацию, которую назвали Алтайский отдел Сибирского казачьего войска. Хотя в Омске в то время уже существовала организация, которая называлась Союз Сибирских казаков. Руководил ею атаман Смоляков, директор вагон-ресторана. Замечательный душевный человек. Именно благодаря ему мы впервые всей крепкой организации, которая уже была объединена и в Омске столица названа, поехали на Тамань, на первый фестиваль. Мы взяли свой ансамбль, поехала большая группа казаков, которую сумел собрать с моряков из Томска, из Кузнецка, с Алтая. Но Алтай был лидером.
потому что была самая крепкая, самая многочисленная организация, и здесь больше всего было родовиков. Мы очень достойно повели себя на Тамани, выступил ансамбль хорошо, это был первый наш поход. И началось с того, что казаков в Сибири узнали вот именно от союза сибирских казаков. Это Вас Ларьков умер. Выбрали вместо него наказным атаманом Юрия Александровича Брашкина с Алтая. Он стал атаманом союза сибирских казаков. Ну а здесь уже пошли подвижки по-другому там и прочее. Но тем не менее, Юрий Александрович продолжал руководить Алтайским краем и всей Сибирью, но кончилось это трагично. Юрий Александрович продержался полтора года. И по нашей старой русской болезни с него сняли погоны в Москве. И тогда встал вопрос о том, кто будет атаман. Меня поставили наказным атаманом, что значит назначенным атаманом. Это было в ноябре. С большим наказом я должен был зарегистрировать историческое название Сибирское казачье войско, а никакой союз сибирских казаков. Этот наказ был очень тяжелый, потому что все попытки это сделать до меня ничем не кончились. Круг очередной, который должен был дать мне такие полномочия, прошел в марте, и с тех пор весь важнейший событий меня перенесился на Алтай, в Барнаул. Омск отошел на второй план. Там не нашлось такого лидера, как Смоляков, или такого лидера, как Абрашкин. Выбрали кругом большим. Это уже было огромное количество людей. Все Сибири, в том числе и Камчатки. Камчатка тоже себя считала и по праву считала сибирскими казаками. Это только в дальнейшем я атаману Камчатскому сказал. Ездите в Камчатке, создавайте свою организацию. Что они и сделали. В марте прошел круг, который избрал меня атаманом сибирского казачьего войска. Вот почему, дорогой владыка, я первый.
выступить на террористов Казахстана. Они так периодически до сих пор поднимают эту голову. И существует опасение, что Казахстан волею судеб, а может Господь Бог нас сохраняет, не дает Казахстану превратиться во вторую. Занимались развитием. Когда мы ездили
из руководителей, учителей культуры, в частности, того, что они могут делать в музее, и что они бросят клич, и все великие казаки России отдадут им. Я сказал, никогда, ни один казак и ни один атаман историей закончилась перед тем. Вместе учились
ни в одном музее нашей страны. Мы создали актив, на который опирались, в том числе и казачество зарубежное. Постепенно пришли достойные люди. И ко мне пришел великолепный поисковик. Знаток истории Олег. Вот благодаря ему мы собираем уникальные материалы, и я на старинных фотографиях снова создал уникальную картинную галерею. Так вот, заканчиваю. В следующей серии будет у нас картинная галерея священников, которые оставляли казачество от Ивана Грозного до современного, до последнего дня. Участник этих процессов, поэтому с вас можно как, так сказать, летопись по вашим воспоминаниям писать, конечно. Я думаю, что время придет. То, что вы успеете написать, это вам будут писать ваши ученики. Успею, очень правильно будет. Очень будет правильно. Благодарю. Позвольте предоставить слово следующему докладчику, доктору исторических наук Колупаеву Дмитрию Владимировичу. Тема доклада — особенности казачьего землевладения в Алтайской губернии. Добрый день, господа присутствующие, господа казаки, уважаемые коллеги. Тема вам была обозначена, она связана с тем, что характерной чертой казачества является особенность социальных условий и социальных форм их жизни внутри Российской империи. Казачество — это не просто военизированная такая группа, это такой своеобразный элемент народного управления, который имеет глубокие исторические корни. 1970 года было подписано единственное в истории нашей страны соглашение между властью и какой-то социальной об участии казаков в обороне страны. Но дело в том, что казачество — характерного черта, это оно, как еще раз сказали, находится на самоокупаемости. За каждого мужчину полагалось определенное количество земель, на Дону, откуда мои предки, пусть вы видите, сколько гостиница Арчада, давалось мужчине 7 гектаров, за даму ничего не давалось, и поэтому казаки всегда были многочисленными семьями, потому что нужно было сохранить каждые 19 лет по передел земельные участки в своем землекопе. На Алтае на каждую казачью душу, как тогда выражалось, давалось до 20 гектаров земли, потому что земли было много, и она была очень благодатна. Именно казачьи станицы стали тем центром развития экономической жизни, которая давала возможность Алтаю в начале 20 века стать одним из лидеров, и Петр Аркадьевич Сулыкин посещал лидер России по экономическому развитию, и Петр Аркадьевич Сулыкин, посещая станицы, не заезжал в Барнаул, чтобы его тут не встречали с группами, он посещал казачьи станицы, и они были образцом проведения сельскохозяйственной политики. Казаки, мужчины, занимались разделом зерновых, женщины занимались бахчой или всякими народами, и это давало огромный доход, который шел не на просто то, что казаки жили получше, но остальные слои с Российской империей, как и сейчас,
наше государство никак не понимает, что казаки сами содержались на службу, конь, форма, оружие, и все это, как бы так сказать, не только кровью оплачивали свои привилегии хозяйственные, но и сами занимались воспроизводством всей экономической жизни, свойственной казачьему наследию. И крестьяне, которые, прямо скажем, завидовали, никак не могли понять, что казак не только богат и состоятельный, но он еще и несет ответственность за судьбу страны. Когда чистоница на Алтае, на край, сначала восстановился крест, на месте креста строилась церковь, и только тогда уже начинается распространяться вот поселение казаков. Это характеризует то, что казачество является своего рода православным воинством, идет это 14 века сбродников на Дону, и казаки являются той частью православной цивилизации, которая является, как бы сказать, одним из основных столпов. Здесь бы хотел обратить внимание на то, что основы казачьего, казаки, как я уже говорил, вступали с государством в особые отношения, они были слуги государевы, и поэтому в отношении с чиновниками, которые продолжаются до сих пор очень сложными, и это традиция, скажем так, будет продолжена, потому что чиновник не понимает казака, казак не понимает чиновника, это неизбежно. Вот здесь вот на Алтае у нас был очень серьезный разговор с алтайским. Мировоззрение было очень своеобразным и очень крепким. Хочу заметить, что сейчас в истории отмечено, что последний белый казак в 1947 году спустился с Алтайских гор именно в наше представление, стал властями КДД. Это показывает, что десятилетиями ведется своя творческая жизнь, уже в будущем возрасте, просто остался. Это показывает степень казачьего форума. Моя семья, одну минуту, сейчас знаю. Моя семья тоже, как говорится, восходит, письменно мне удалось только последний 1712 года за рейдом левых лангарами Наполеона. Мой предок получил первый чин Харунжева. И с тех пор вот они служили, и характерно, черт казать, что является сохранение социальной памяти, и император. Царь является не просто какой-то фигурой политического характера, а он связан как духовное лицо, которое имеет отношение к православному мировоззрению, потому что у крестьян было понятие «Богу молись, царю поклонись», царя расстреляли, Бога отменили, и что осталось, два ваших по пять. Я думаю, вы знаете, что это такое. Вот, у нас на Алтае это примитивизация наступает, настолько боярышника. Вот. И все это приводит к тому, что люди теряют историческую память, господа, они связаны только с хозяйственными, но и с историческими событиями. Мой прадед не хотел участвовать в гражданской войне, это страшная вещь, когда ему сообщили о том, что семья царская не только расстреляна, сброшена в шахты, политая серной кислотой, гранатами, он полдня смотрел с тех, кто свою саблю ушел, дрался до конца, и потом отдавал отход белой армии, и потом умер во Франции в 1971 году, имея грамоту благодарственного французского правительства за участие в сопротивлении в 1944 году. То есть казахстан
представляет собой особую форму сознания и особую форму восприятия. В первую очередь это касается характера, в первую очередь это касается того, что казак считает себя слугой государя, а государь, как известно, памятник Петру Первому, как цареугодник, потому что Иисус Христос, как я студенту своим говорю, кем он по профессии, они глазами хлопают, ну там сейчас сложно, потому что все, во-первых, дебильники, и я когда захожу в аудиторию, говорю, убрать дебильники, и мировоззрение клиповое, 20-30 секунд максимум, можно на минуту задержать. Вот наша задача, моя задача как преподавателя, научить молодежь читать книги. Если в течение семестра один человек стал читать книги, это, я считаю, свою задачу выполненной. У меня есть удача педагогическая, по запросу 3 человека начал читать книги. Я позволил себе выпить пиво, еще что. Так, отмечаю свою удачу. И вот здесь вот я заканчиваю, не хотел бы задерживать, у меня 8 минут всего, как мне сказали. Заканчивая, хочу сказать, что в современных условиях, пока не будет восстановлена возможность казачьего быта, естественно, современной, не лошади, а машины, и вот эта вот охрана границ, это подвижные отряды, это все 1200 километров охраны с Казахстаном, пока руководство страны никак не поймет, что казаки представляют собой элемент национальной гвардии, которая является еще и резервом мобилизационным, где впору не удастся возродить казачество, не удастся создать очень хорошую группу, которая бы отображала бы интересы патриотизма, верности традициям, основу православной цивилизации и всему нашему образу. Благодарю вас, господа, за внимание. Царя, уважение к царю среди казаков, это действительно так, и у нас один из стендов, вот атаманство Стакеркес, посвящен этой теме, поэтому вот можно будет поподробнее познакомиться, кто интересуется этой темой. Ну, о выставке мы еще поговорим попозже. Сейчас у нас в программе следующий доклад, небольшая перестановка, Вероника Игоревна наша простит, ну, сейчас мы дадим слово Ивану Юрьевичу Образцову, он просто торопится на мероприятие, член Союза писателей России, потомственный казак, и тема его доклада «Семейные архивы казаков Сибири». Несколько зарисовок мы сейчас увидим. Дорогие зрители, братья и сестры, у меня сообщение будет такое большое. Во-первых, так как я не являюсь специалистом в области изучения истории и традиций казачества, то мое сообщение скорее будет таким историческим свидетельством из семейного архива, ну и в какой-то мере личным воспоминанием. Мой прадед, конечно, Семен Прохорович, можно первый вопрос. Работает? Замечательно. Родился в 1888 году, проходил военную службу, начиная с русско-японской войны, участвовал в Первой мировой, был награжден Георгиевским крестом и несколькими медалями. В семье, конечно, существует история о его службе в казачьих подразделениях
получилось, что сегодня мы не можем как-то уже реконструировать многие детали. Из дальнейшего я того, что расскажу, возможно, это станет понятно, почему. Надо сказать, что в советское время моя бабушка Захарова Анна Семеновна в девичестве Коричнева, то есть дочь листать, когда вот я прошу, сейчас не надо листать. Просто пусть будет, я скажу. Вот второй. Спасибо. Вот эту фотографию она убирала в конец альбома. Я это помню всю свою жизнь. Понятно, что награждение ее отца, моего прадеда, крестом и медалями, служба в царской армии, непонятно, как сказались бы в тот период, это 50-е, 60-е, 70-е годы. В 80-е, конечно, уже как-то было свободнее. Поэтому фотография лежала в конце альбома. Кроме того, муж моей бабушки, Захаров Яков Александрович, когда вернулся с Курской дуги, это мой дед, он учился в школе КГБ. У меня есть еще одна фотография, я, к сожалению, забыл ее сюда поставить, но я подумал, она, наверное, не совсем здесь кстати, где они в школе КГБ как раз с шашками сидят. Групповое фото, не знаю. НКВД? Да? НКВД, наверное. Да, НКВД, скорее всего, да, я так уже называю. Но после окончания школы дед отказался от службы в госбезопасности и пошел работать на завод. Причины так и не объяснялись, и мне до сих пор они неизвестны, и никому в семье они до сих пор неизвестны. Дед пришел на завод помощником слесаря, в конце концов стал начальником цеха, и всю жизнь положил на то, чтобы восстанавливать мир и через мир восстанавливать нашу страну. Фотография так и лежала в конце альбома. Прадеда я застал живых. Он прожил 94 года. И сегодня у меня семейные какие-то архивы, изучают родословно. Они погружены, конечно, намного больше, чем я. Но то, что известно мне, это первые дети, родившиеся 1915 года, это старшая сестра моей бабушки. Здесь указано как раз отчество прадеда Прохорович. Я не знал этого отчества, узнал только вот из этого свидетельства, уже в таком взрослом. Сегодня было сказано о том, что было важно количество детей в семье казаков. Но важен еще один элемент. Не женились на крестьян. То есть выбирали женщин, ну я думаю, по одежде это видно, из тоже каких-то казачьих родов. Ну, дед тоже поступил. И с этой женщиной прожил много лет. Она умерла после того, как родила самую младшую свою дочку, мою бабушку. Не они выбирали, им выбирали. Совершенно верно. Потом случилась гражданская война, и насколько мы сейчас понимаем, семья, прадед переехал из одного поселения в очень другое. Мы до сих пор не знаем, кого он поддержал в это время, белых, красных, зеленых, мы не знаем. Но он уехал. И до Великой Отечественной войны они уже жили вот в этом новом селе, это Красный Яр под Бийском. Откуда ушли на фронт все его сыновья? Последнего, четвертого. Вот это он со своей семьей уже
ближе к 30-м годам 20 века, он взял в жены вот эту женщину. У меня где-то было ее имя, я помню, у него отчество очень интересное, Красантина. Похоронена они рядом сейчас. Она все годы прожила с ним, прожила много лет. Он ее пережил на 4 года, сам прадед прожил 94. Видимо, нужна была женщина в семье, и вот он принял такое решение. В семье есть две версии, почему они переехали в этот Красный Яр. Одна романтическая, связана вот как раз с этим, а вторая практическая, связана с тем, что, как я сказал, мы не знаем, кого он поддерживал, красных или белых. Но в любом случае переехал, и именно оттуда были призваны уже на Великую Отечественную войну все его сыновья. И вот самый высокий в центре – это Иван. Иван Конищев, его имя есть на обелиске, на вечном огне в городе Бийске. Он был командиром танка и сгорел в танке во время одного из танковых прорывов в Берлин в апреле 45-го года. Моя бабушка была самой младшей в семье, очень его любила, старшего брата своего, последнюю посылочку с шелковыми лентами она вспоминала до конца жизни, как он ей прислал уже оттуда из Германии. Она их хранила очень долго и решила, что первого своего сына, когда родится, назовет Виктор в честь победы, а второго назовет Иван в честь своего старшего брата, сына моего прадеда, Конищева Семена Прохоровича. Но второй родилась моя мама, и тогда решили Ивану назвать первого мальчика, внука в семье. Вот, собственно, так я получил свое имя Иван в честь вот этого человека, которого я видел только на фотографии. В общем-то, на этом я заканчиваю свое небольшое сообщение. Просто вот здесь очень много молодых людей, и мне хотелось бы просто в конце немножко на такой патетической ноте закончить, что знание все-таки поколений своей семьи, оно как-то утверждает тебя в твоем жизненном пути. Потому что ты тогда понимаешь, что у тебя за спиной очень многое, и все это многое связано с историей нашего Отечества. И тогда Отечество становится для тебя не пустым звуком, а тем местом, где формировалось твое родовое вот это вот древо. Тогда тебе становится не безразлично. Тогда, как позволит уважаемый у нас профессор выразиться, в дебильнике ты сидишь намного меньше. Тебе кажется, в жизни больше поводов для какой-то активности. У вас, Иван Юрьевич, действительно очень важно хранить семейные корни, семейные традиции. Исторической части перейти к части исследовать. Верните Игорь научному сотруднику Государственного музея Алтайского края. Тема «Традиционная свадьба казаков Алтая». Пожалуйста. Осуществляя правительственную колонизацию Верхнего Приобья и Прииртышья,
Казаки были первыми поселенцами и земледельцами на Сибирской военной линии. Первые крепости появились в начале 18 века, Бекатунская, вскоре разрушенная кочевниками, Белоярская, Бийская, Бекатунская 1709 год, и Белоярская, Бийская 1717 год. Затем, значит, реорганизованную в середине 18 века Балаванную военную линию, прикрывающую Алтайский горный округ, входили рассматриваемые в данном докладе поселок Плоский и защита Тулатинская. Новая линия прошла от Усть-Каменогорска до Черша и далее по Бийской линии. Установление истоков казачьих подгорных традиций на Алтае может быть только предположительным, так как эти данные не содержатся в архивных списках казаков. Этнографом Сибири Ботанины засвидетельствовано, что по сохранившимся преданиям среди казаков были заборожцы и донцы, сосланные в 1770 году за разорение польских городов. Фольклорист Кошелев отмечает этнографическую быстроту казачьих войск, констатируя, что в них были выходцы из Астраханской, Оланецкой, Тобольской, Ненецкой губернии, Цишима, Тары и Иртыша. Фольклорист Чуров указывает на сходство по содержанию письменного фольклора алтайского казачества с песнями казаков Урала, Дона, Терека. Возникают параллели в репертуаре казаков Алтая и Семиречья. Таким образом, фольклор казаков Алтая представляет собой синтез многообразных истоков фольклорных традиций и различных этнографических групп старожилического населения Алтая. Целенаправленное изучение фольклора на Алтае началось с 30-40-х годов XV века. Фольклор алтайских казаков получил освещение в работах исследователей начала 20 века Забнина и Плотникова. В 1897 году Филипп Забнин, совершая поездку по Бийской казачьей линии, посетил некоторую ее пункты вплоть до столицы Чарышской. Поселки Плоском под Змеиногорском, называвшимся Маяковой Архангельской станицей, им был зафиксирован свадебный обряд, который включал следующие этапы: заручение, рукобитие, девичник, бранье, большой столпах, длинный стол, столб для двушки и поезжан. Рассмотрим особенности свадебной обрядности казаков Алтая в конкретных локальных традициях села Тулата Чарышского района и села Плоское Третьяковского района по экспедиционным материалам автора 1993 года. По описанию свадебных обычаев села Плоское Третьяковского района от разных информантов можно сделать следующие выводы. Нетипичным для старожилов Алтая является то, что по информации Григория Евгеньевича Прокопьева 1911 года рождения, родом из Калуги, в селе Плоском она проживала 20 лет, на бранье невесту выкликали из пути перед продажей косы, и жильцу она ехала с заплетенной косой. Обычно она сидела с подругами сразу за столом, и жених на бранье выкупал место рядом с ней, а к венцу невеста ехала с распущенными перехваченными косами. Исполненный Ефимия Прокопьевна вариант песни «Трубонька» имеет начало утраченное во всех других старожильческих версиях. От Матвеева Ирины Трофимовны 1913 года рождения, село Плоское, удалось записать редкостную свадебную песню «Невеста сироты» из Причина. Возможно, она привезла ее из Шаманахи, так как другие песенницы ее не знали. Может быть, это связано с тем, что она сама была сиротой, поэтому, в отличие от других, она помнила себе чарутскую песню. От нее же был впервые зафиксирован обычай выкупа коней перед отъездом к венцу. Особенностями, несвойственными старожилам, являются те факты, что по ее рассказу за столы после венца не садились, пока не сходят на подклет, и что приданное невесты забирали и раскладывали после даров. Обычно приданное везли в дом жениха сразу, как отправлялись к венцу, и на подклет провожали после столования и даров, что подтверждается Григорьевой и Моисеевой Лидией Филипповной. Интересным фактом свадебной обрядности села Тулата Чарышского района представляется то, что свадьбе Лубёга, то есть против воли, без благословения родительского, проводились основные моменты согласной свадьбы. Девичник, перед жениха, перед венцом, покручивание после венца, покрытие демонстрирования честности невесты, дары и тушение свадьбы в конце. Основные свадьбы убегом ограничивались, если родители прощали, конечно же, лишь гулянием после простин, в лучшем случае с проведением даров. То есть свадьба, со свадьбой как такое не было очень короткой. Старухами, а не подругами невесты, как обычно. Интересно нам
добычи и в конце свадьбы шуточно разбирать трубу на крыше с требованием выкупа. Необычно в традиционной свадьбе казаков села Тулатана отметить одевание на окручивание после венца, молодухи, шашмуры, головного убора замужней женщины старообрядцев. Подобное отмечается этнологом Жигуновой в описании свадьбы сибирских казаков. В целом, там свойственно было принятие традиционной одежды других мужчин, которыми стремились сохранять и подчеркивать свои отличительные признаки как особой социальной общности. При сопоставлении экспедиционных материалов автора поселок Волгая с публикацией конца 19 века можно отметить, что даже в одном казачьем поселении свадебные традиции, зафиксированные в конце 19 века и в конце 20 века, то есть спустя 100 лет, имеют существенные различия. Это можно объяснить тем, что для жизненной актуальности. Тем более имеют свои особенности свадебные традиции в различных казачьих поселениях. В связи с этим представляется неправомерным обобщение свадьбы сибирских казаков, которое разнообразие может быть только в множестве локальных вариантов. В целом, сначала ушли в 1762 году по указу Екатерины II, еще пару.
речь вы хорошие акценты даете, потому что сейчас вроде много читали, много знаем, а есть только тонкости, в которых нужно разбираться. Следующий. Песнопений, он называется «Лух духовный», интерактивный сборник духовных казачьих песнопений старожилов Алтая. Вот. Это очередной выпуск, можно так сказать, потому что в прошлом году мы делали также сборник, но у него есть некоторые особенности, о которых я скажу чуть ниже. А пока сообщу о том, что эта работа уже несколько лет ведется нами, и здесь собраны различные песнопения, конечно, они нами получены большей частью от исследователей, от вас, от Вероника, Главина, из Черыша, Болтовская, Щурова, Маховой, других. Это все наше наследие, духовное наследие, казачье наследие. Вот. Основную часть именно казачьего блока вошла в песнопение. Перестроечные времена 20-го века. Конечно, интервьюировали это Вершинин, Василий Фадеевич, Григорий Фадеевич, причем они однофамильцы. И также в книге присутствуют разделы, как я сказал, духовные без исследователь духовного певческого наследия Алтая вполне сможет интересно и, по крайней мере, по чуть-чуть разобраться, в чем отличается аутентичное исполнение со всеми особенностями, с произношением и так далее. И более современное. Ну, тексты песнопения, кто исполнял, кто записал, а также можно и прослушать аудиозаписи, может быть, возможно считывать QR-коды, поэтому фотоаппарата в телефоне на QR-код, нажимаем ссылку, открывается, и, пожалуйста, мы выходим на тот сайт. Вот, допустим, 37-й занесли, проснулся станица. С этой интереснейшей традицией, с нашей традицией, и желающие смогут участники семинара, не все, наверное, все, может быть, не хватит, но, по крайней мере, взять это для себя. Это выставку, и позвольте
сердце Николая II, он как основание предоставить для участников 87-73 кавалерийской дивизии Барнаула и Бийска, которые участвовали в Великой Отечественной войне, то есть это казаки, которые приняли участие в войне. Выставка у нас будет работать до 18 октября. Вот здесь вот информация, что можно записываться на экскурсии, можете пересылать своим знакомым, приглашать группами. Только вернулся недавно с поля СВО и хотел бы продолжение исторического развития нашего казачества алтайского заметить, что с 22 года идет серьезная боевая, кровяная, жестокая война
на территории Российской Федерации. И вот реестровое казачество совместно с общественным казачеством приняли эту войне активное, очень активное участие. У нас с 22 года на фронтах побывало уже 47 казаков. 47 казаков, 4 погибших. 3 атамана участвовали в этой битве. Это Кайгородов, это Мишугин и предпоследний атаман Константин Николаевич. Это ваш бывший атаман. Фамилия у меня сейчас вылетела. То есть все не награждены. Ордена мужества Кайгородов награжден. Ордена и медали и вашего покорного слуги все боевые. То есть казаки Алтая не опозорили себя, они воюют. Воюют и в армии, воюют подразделение. Поэтому ушел через Краснодарское. Я воевал именно в добровольном батальоне 11 Краснодарском, на Запорожском направлении. Именно там, где организовывал, именно там, где то есть у нас очень много общественных организаций, реестровые одно, но казаки, они все бывшие реестровые 90-х годов. Я проехал уже большинство районов края, познакомился с ветеранами. У нас очень много, у нас больше 40 только атаманов, которые были в селах, населенных пунктах по всему Алтайскому краю. И задача какая? Задача объединить все казачество. Да, очень сложно в истории казачества отношения с властью. Но история казачества и история церкви православной в России четко пересекается. Основа казачества первое это православие, второе служение. Так вот и православие и служение это обязанность, долг, честь каждого казака. Этим закончим. Подчеркну, что выставка будет работать по благословению владыки Сергия в течение месяца практически. Можно будет поучаствовать в экскурсии. Сейчас, после завершения нашего мероприятия, Юлия Робертовна, проживающая, проведет небольшую экскурсию. Ну, а наша повестка мероприятий исчерпана, поэтому владыка благословите завершить это мероприятие. И выпьем и памятные на расстоянии. Да, всем пока! Поздравить с днем рождения Соболева Олега, войсковой старшина. Он здесь присутствует. Начальник штаба. Вот. Вручаем вам вот на Соболева святителя Николаевича. Книгу. Бывает снова для и клуб духовных. Олегу, доброе лето. Кто у нас? Сходите к водыке, принимайте. Так, кто остается на экскурсию, пожалуйста, проходите направо.